тыкву очищаем от семян. И от кожуры тоже. В очищенном виде беру 0,5 килограмма тыквы. И нарезаю ее брусочками толщиной 1,5 сантиметра. Дальше эти брусочки нарезаю на такие порционные кусочки. Небольшой кусочек сливочного масла нужно растопить. И смазать им форму для запекания. Порезанную тыкву высыпаем в форму. Распределяем, чтобы тыква лежала максимум в 1-2 слоя. И сверху также хорошо промазываем сливочным маслом. Для великолепного аромата, чтобы тыква пахла как кондитерское изделие, посыпаю ее сверху чайной ложкой ванильного сахара. А если тыква у вас не сладкого сорта, можно также посыпать ложкой другой сахаром. Еще один полезный и вкусный ингредиент, который добавим к нашей тыкве, это кунжут. Посыпаем сверху ложкой другой кунжутом. Вот одной ложки даже будет достаточно. И отправляем эту ароматную и полезную красоту запекаться в духовке при 200 градусах. Через 25-30 минут тыква готова. Пахнет потрясающе вкусно и аппетитно. Это простой базовый рецепт на завтрак, перекус или десерт. Здесь на канале есть целый плейлист самых разных и иногда очень необычных рецептов из тыквы. Любителям тыквы и вкусно покушать рекомендую посмотреть. А также я приглашаю вас подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо всем, кто ставит лайк. И я очень жду ваше мнение об этом блюде. Как всегда, желаю вам здоровья, радости и успеха. Мы увидимся в следующем вкусном видео.